Комфортная среда проживания – самая обсуждаемая тема последних дней. Причем о нормальных условиях жизни мечтают как в городах, так и на селе. Наша творческая группа вышла на улицы столицы, чтобы узнать, довольны ли жители благоустройством и что они хотели бы изменить. В последнее время как бы происходит положительная тенденция, но в целом могло быть лучше, если честно. Ну, потому что дороги никакие в дворах, абсолютно. И детские площадки в ущербном состоянии абсолютно. Вот надо смотреть тоже. Не просто лишь бы заменили, а как это смотрится. То есть эстетическая сторона проделанной работы должна быть заметна. Асфальт ремонтировали недавно. Все хорошо. То есть подъезд хороший, машины стоят, то есть они не мешают. Ну, место есть для всех. И для детей, и для машин, и для взрослых. Если, скажем так, дают материалы современные и все остальное, то это нормально. А если чисто косметически ремонтируют, то это похуже, конечно. Чего не хватает? Ну, мне в основном спортивных площадок под футбол, вот только так. Если бы искусственное покрытие, вот это побольше было бы с этим резиной, там вот это вот, это было бы здорово. Однозначного ответа нельзя, конечно, дать. Ну, достаточно, наверное, никогда не бывает. Ведь все определяется ресурсами. Наверное, будет больше ресурсов, будет делаться больше.